Здравствуйте. К сожалению, Сенькин почтовый ящик не такой большой, но, по крайней мере, на год его хватило. Подошло время каким-то образом его освободить. Вопросы задавали, как мы его будем освобождать. Мы решили сделать проще. Ваши записки просто сжечь и здесь же их развеять. Потому что я не думаю, что кому-то понравится, если бы они где-то валялись. Поэтому Сенька весь год трудился. Ну, а сейчас мы просто потихоньку будем вытаскивать и сжигать. Попробую сжечь, да? Отсырело. Влажно. Как мы всегда и говорили, все письма остаются только между вами. Никто их не читает, кроме ваших питомцев. Придется долго жечь. Влажные, конечно. Так в любую погоду. И в дождь, и в снег. И летом, и зимой. Надо было палочку. Yeah.
Александр! Александр! Веточку дайте мне какую-нибудь. Ёлку или так? Не, мне мешать тут, а то это... Я как-то не продумал о процессе переворачивать. Руками-то тяжеловато. Там еще и бананы, виноград. Там еще много. Еще, наверное, только половина ящика, да? Треть. Треть даже. Все старались. И писали, и мы честно вкладывали. Не вытащили. Набили. Даже вот в конвертах. Так кто-то, наверное, от себя вкладывал лично во время личного посещения. Все ваши письма доставлены. Сенькин костер. Священное пламя.
ветер не в ту сторону. Алина открытки я уже сжечь не буду. Или сжечь. Она же ему адресована. Деньги желательно сюда не кидать. Кстати, очень много записок, которые не наши. Вот люди сами кидают. Какой вместительный ящик. Вроде бы маленький, да очень удаленький. По времени как раз одни из самых первых записок.
целые открытки. Да, собственноручные. Кинем ящичек пустой, так что давайте пишите, он все передаст. Хорошо, Гарри. Техника оказалась неподготовленной, да? К записи. Такого ответственного момента. Это, наверное, надо видеокамеру. Не на фотоаппарат, а на видеокамеру. Есть пионерский костер, есть Сенькин костер. Ни у одного медведя нет личного костра.
горячая. Самое интересное высыпать, как таз горячий. Оставить развиваться по ветру. Не, мы его тут и развеем. Сейчас дотлеет. Я, наверное, все-таки дуну. Все сгорело. Нужен еще ритуальный совочек. Или варежки, да? Или варежки. Бумажки аж зола, аж вязкая такая. Первый раз таким сталкиваюсь. Здесь больше, почти 200 писем. Даже больше. Больше 200 даже. 600. Нет, дело не в письмах, дело, знаете, вязкая смесь получилась. Странно. Нет, сейчас все хорошо вмерзло. Ну, вроде все прогорело у нас. Взять перчатки просто. Мне кажется, перчатки сварочные можно, которые хорошо тепло. Интересно, кто шьет эти варежки? Они не на правую и не на левую сторону.
вы занимаетесь? Потому что они отлично много едят, а вот с такими копытными животными в основном сено дают, потому что... Все. А это остывает. Традиция, по-моему.